Привет! Сегодня у меня будет один из самых простых и очень эффективных рецептов при выпадении волос, чрезмерном выпадении волос. Конечно, эта проблема мужиков не тревожит, у них волосы могут выпадать сколько угодно и им пофиг, а вот женщины это совсем другое. И эта проблема у женщин очень актуальна. Если не обращать на это внимание, то через 5-7 лет уже начнутся плеши. Рецепт такой. Берем очень тугой, качественный лук. Он должен быть без паростков, без ничего. Идеально использовать разные сорта лука. Особенно, если вы будете делать несколько курсов. Один сорт на один курс. Такую процедуру необходимо делать один раз в неделю. 5 месяцев подряд. Потом делаем месяц-полтора перерыва и опять делаем 5-месячный курс с другим сортом лука. Как правильно работать? Берем лук и на мелкой терке его протираем. Дальше берем 10 слоев марли и очень хорошо отжимаем, чтобы был чистый сок без мякоти. Нам необходимо 2 столовые ложки чистого сока. Итак, на 2 столовые ложки чистого сока добавляем в 2 раза больше качественной водки. 4 столовые ложки водки. Все это перемешиваем идеально. И все, наша целебная смесь готова. Необходимо данное мероприятие делать примерно за час, за 2 до мытья головы. Идеально все это делать в выходной день. Итак, наша смесь готова, перемешана. Теперь берем и пальчиками начинаем втирать эту смесь в волосянистую часть головы. Втираем очень долго, несколько раз на одних и тех же участках. Где-то 10 минут. Соответственно, мы же и делаем массажные движения. Опять макаем, дальше все втираем. После этого необходимо закутать сначала полиэтиленом или шапочкой. После этого обматываем голову хорошим толстым махровым полотенцем. Первый сеанс 10 минут. Через неделю второй сеанс 15 минут. Опять через неделю плюс 5 минут. И так можно добавлять где-то в среднем до получаса. После того, как вы подержали необходимое количество времени, просто идем смываем. Сначала смывать нужно без мыла. Просто берем интенсивно, смываем все с нашей головы, с наших волос. И в таком положении просто ходим по квартире еще часик-второй. После этого можно все помыть шампунем, можно использовать какие-то средства, которые, возможно, перебьют неприятный запах и так далее. Если вы четко будете выполнять данные рекомендации и не прекращать лечение в течение 5 месяцев, то вы увидите ошеломляющие результаты. Ваши волосы укрепятся, а если они чрезмерно начали выпадать, остановится вот этот негативный процесс. Ну, если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибки в комментариях, а также если вы поделитесь данным видео со своими друзьями. Пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!